Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, писателей. Питер ван Блюмен. Питер ван Блюмен, прозванный Стендардо. Фламандский живописец, барокко, декан Академии Святого Луки, старший брат и первый учитель своего брата Яна Франца. Я беру данные, которые нашел в интернете, данных немного, ну, все, что есть. Был учеником художника-баталиста Симона ван Доу и получил право мастера в 1674 году. В 1685 он отправился в Рим, где оставался до 1694 года, полностью приняв итальянскую манеру писания. В Италии его насмешливо называли «Стендардо» из-за частых изображений флагов на его картинах. В 1699 он стал деканом гильдии Святого Луки. Его живописных композиций главную роль играют преимущественно пейзажи и архитектура, батальные сцены, сцены из солдатской жизни. Известность он также заслужил благодаря картинам на военную охотничью тематику. Был очень продуктивен. Коллекция одной только старой пинакотеки в Мюнхене насчитывает 8 работ. Бесчисленные заказы от меценатов свидетельствуют о популярности художника среди современников, которым нравилась его манера письма. Картины художника можно встретить во многих крупных музеях Европы. Скончался Питер ван Блюмен 6 марта 1720 года. Вот так вкратце, данных очень мало, но остались работы, которые мы посмотрим о Питере ван Блюмене, прозванный Стендардо, фламандский живописец барокко, декан Академии Святого Луки. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим его работы. До свидания.